Наша с вами общая задача, ну и совместно с МФЦ, довести все те программы поддержки, которые реализуются на территории нашей области, ну и получить от вас, самое главное, обратную связь. И нам бы очень хотелось весь пакет услуг в сфере бизнеса также перевести в электронный вид и сделать их не только регламентированным по срокам, но и сократить эти сроки. Вот мы смогли сократить сроки реализации инвестиционных проектов, связанных со строительством новых объектов, с реконструкцией, с 389 дней до 180 дней. Мы с вашим участием. Нам бы хотелось более детально рассмотреть, разобрать и все возможности для сокращения сроков по реализации инвестиционных проектов использовать. Это вот один очень важный момент. С июля этого года на базе нашего многофункционального центра в порядке пока экспериментальной площадки по Вологодской области могут быть предоставлены вам три услуги Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства. Если так их коротко назвать, да, тремя словами – финансы, имущество и закупки. Вот о них более подробно, на каждой страничке в этом буклете расписано все. Но, анонсируя предоставление этих услуг на территории нашего города бизнесу и предпринимателям в обычном режиме, в таком информационном, через наш сайт, через новостные сюжеты в наших средствах массовой информации, на сегодня я хочу сказать, что получить эту услугу к нам пока не пришел никто из вас.